По сегодняшней ситуации, по состоянию на 8 утра, мы наблюдаем резкий и густой ледоход в городе Котласе. Вот. По оперативной информации, затор выше населенного пункта Приводино был разрушен и ушел в сторону Котласа. И от Приводино до Красавина Вологодской области наблюдается чистая вода. Группа подрывников Центра гражданской защиты провели взрывные работы в районе Красноборска, чтобы обеспечить дальнейший проход ледовых масс от Красноборска уже в сторону Архангельска по реке Северная Двина. Уровни воды несколько повышаются, но это нормальное явление. Появляется подпор, и лед, в общем-то, колется и выносится уже по реке. Выполнены превентивные мероприятия, которые проводились и осенью, проводились весной. Это взрывные работы, это колка льда ледоходов и спуск ледовых масс. Ледоколы работают сейчас и в устье реки Северная Двина. Буксиры ледокольного типа работали в городе Котласе и выше по течению в сторону Великого Устюга. Позволяют с определенной долей уверенности сказать, что мы не ожидаем сильных наводнений на территории Архангельской области.